Накатим стопарик в конце рабочего дня. Что-то устал сегодня вообще. Так, что еще хотел сделать? А, надо ж это, на сайт зайти. Ну это, корыто.ру. Машинку себе посмотреть. Пап, я сейчас уроки буду... Твою мать, на собственном компе не могу посидеть. Уроки ему надо делать, балбес, твою мать. Сидит, приставку там играет. Уроки ему делать надо, придурок. Так, ладно, телефон у меня еще никто не отбирал. Сейчас с телефона зайду. Так, ага, так, ну, кстати, нормально есть объявление. Ага, так, не бито, не крашено, пробег маленький, 2 годика, 5000 пробега. Слушай, что-то как-то подозрительно. А, ладно, поеду, что ли, посмотрю. Так, сейчас спишемся. Так, 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 так. Ну все, ладно, завтра поеду, посмотрю. На следующее утро. Так, прекрасная погодка, самое время пойти посмотреть машинку. А вот и она. Слушай, а с виду так ничего, да, я тебе скажу. Ну что, пойду поздороваюсь, посмотрю. Привет, дорогой, привет. Ну как, машинка, шикарная, все как в объявлении. Да вообще, слушай, прекрасная машинка, я тебе отвечаю, слушай, как брата говорю, все как в объявлении. Ездил дедушка, вообще, да. Очень мало ездил, булочную за хлебом. Выше 40 километров никогда не разгонялась. Ни одного штрафа за 3 года нет, слушай. Шикарные машины, вообще шикарные, отвечаю. Не, ну ладно. С виду действительно красивая, слушай, ну а по тех части, что там, тех книжка там в авариях была, не была, как, поцарапана, не поцарапана, крашеные элементы есть. Слушай, ну можешь сам посмотреть, в авариях вообще никогда не была, даже птичка мимо, которая пролетала на нее, никогда не какала, я тебе отвечаю, да? Шикарный автомобиль. Ну посмотри, конфет, не бит, не краще, муха не сидел, птичка не какала, даже хозяин в машине не курил. Ходил мимо, понимаешь, вокруг, в других машинах курил, в этой не курил. Шикарная машина, я тебе говорю. Ладно, беру, чё уж там.